Всем добренькое утро. Наконец я выбрала вот момент, чтобы сфотографировать все это до съемки урожая. Даже думаю, это что же интересно посмотреть. Вот так вот. Не знаю, как здесь сорвем, а на предыдущем участке сейчас, на предыдущей стороне прям хорошо сорвали. Не считала, даже мешки не успевала. Ночь сегодня все равно прохладная, хоть и день был вчера уже теплый, без дождя. А ночь прохладная. И вроде как последняя. Это ангар, который я показывала. Мы сажали 25 числа, что я стояла в окошке и показывала тщедушные кустики, которые нам нужно выхаживать. Как его показать? Вот так сначала. Вот так. Сегодня лист даже так слегка только влажный, а то прям мокрый по утрам. При нас пороза, тьфу-тьфу, пока вроде бы нет. Сын даже не стал брызгать профилактически от него, потому что, говорит, он будет сажать куст, этот препарат. Лучше потом будем лечить. Ну вот такая у него политика в этом году. Всего доброго!